Жуткое видео сняли пациентки Уярской районной больницы. Женщины пожаловались, что в стационаре, где якобы лежат больные с коронавирусом и пневмонией, просто нечеловеческие условия. Персонала не хватает, палаты и процедурные кабинеты не обрабатывают. Вдобавок ко всему, в старом здании очень душно и высокая влажность, поэтому пациенты с больными легкими просто задыхаются. Все бежало. Вот тоже. Ужасно. Либо водите нас, или что не можем. Мы сдохнем здесь все, мы не можем уже, мы не можем. Помогите нам кто-нибудь, что-нибудь. Мы не знаем, что делать. Ни разу полы не мыли, не работало ничего. Санобработки никакой, санэпид, это вообще ужас. Ни анализов, ничего. Помогите нам, пожалуйста. В Минздраве пояснили, в Уярской больнице нет ни одного пациента с COVID-19. С коронавирусом везут сразу в Канск. А там лежат только с воспалением легких. А вот почему в таких условиях, это как раз выяснят специалисты министерства. Уже завтра они поедут в райцентр. Пояснила администрация районной больницы. В видео речь идет о третьем терапевтическом отделении. Оно рассчитано на 10 коек. На утро 2 июля в Уярской больнице находится 8 человек с пневмонией. Все пациенты получают лечение, осматриваются врачом. И в частности, по результату утреннего обхода принято решение о транспортировке в течение дня в Канск еще 3 пациентов. В целом, согласно утвержденному Министерством здравоохранения регламенту, базовым госпиталем для лечения пациентов с ковид для восточной группы районов является Канская межрайонная больница. Туда госпитализируются все пациенты из территории с подтвержденным диагнозом, а также с сложным течением пневмонии в территории, в том числе Уяра.